Вот это в коридоре стоит мед. Под скамейкой везде разложили. Кому? Сейчас показать. Вот сколько мед привезли. Вот кому это. Польгуев. 9. Ну и кто-то заказал. Это у нас Андрей привез. Смотри, как у него. Что-то сливки, творог, молочные. Смотрите, все свое. Мир дома всему. С миром прямо. Слава тебе, Господи, с миром. Дома всему. Я беру. Без дверки, никак не могу согласиться. Я еще одну бутылочку возьму. Это перед богослужением. Сегодня у нас 20 февраля 2021 года. Вот подходят люди, берут, надо что. Дарья Андреева, это теща Андреева рядом. Молоко и похладнее. Нет, творога давай две. Творог из молока 160. И это, а это есть? Нет, нет. Сепаратор сломался. Как Господь благословит. 420. Прямо заходят люди, сразу берут. Чудесное дело. Андрюша ферму завел, там около 50 голов крупного рогатого. Там телята я видел, ездил. Понравилась мне собачка такая, шикарная. Елена Александровна старается. О, загрузили. Рассчитывайся. Все на месте будет. Андрюша достоин был. Все говорят, как он, говорит, жить не за чем было. Приезжал к вам. Говорит, а ты смотри. На крузере каком-то гоняет. А почему? Он простой, молча делает, работает. Виктор Андреевич, сюда поверните голову. Виктор, расскажи, что. Вот, смотрите, пожалуйста. На заговоре, чтобы было. Приглашаю. Смотрите, какой товар здесь. Самое чистое. Без всяких примесей, неразбавленное. Игорь Владимирович, поверни голову сюда. Игорь, глянь сюда. Сокровище какое. Вот так, все тогда. Пошел дальше. Так, и все это не опоздал на богослужение-то. Здоровы были. А там молоко вам не надо? Ну, бутылку можно купить у них. Творожок есть. О, как гнездышко сидит. Как нравится-то тут, а?
Там кто еще с машинами? Только Алена. Знаешь что, Маргарита просила цветы.